Мы пришли погулять на улицу, где продают, ну, различных животных. И собачки, и кошечки, и попугайчики там, и кролики. Ну вот как-то не особо, конечно, впечатляет все это. Еще и лаять они умеют. Да, да, жалуешься, что ли? Жалуешься или рассказываешь, а? Кролики, привет! Собачки, которые неопределенной породы. Опа! Чуть собачий туалет не забрала с собой. А здесь кошечки-милашки. Жарко, что ли? Ой, а еще вот такое мы чудо увидели. Это как же так загнул он хвост-то? Таких голубей я первый раз вижу. Видно, что маленькие пикусята. Молоденькие клювы. А еще есть морские свинки и хомячки. А вот это наша мечта. Ну, вернее, моего мужа. Попугай Жако. Может быть, когда-нибудь насмелимся и приобретем. Ну, например, после того, как отремонтируем квартиру и заселимся в нее. Да сколько? За 10 тысяч лет? За 10 тысяч лет? 70. Жако предлагают за 10 тысяч лет. Боже, какие трели. Какое разноголосье. Ой, что-то еще на меня попало. Ой, а это что за птички? Честно, не знаю, как называется. Рыбки необычного окраса, как будто раскрасили их, честное слово. Такая яркость я первый раз вижу. Разноцветность, прелесть. И вот такие розовые и красные. Какая-то золотая проплывает. А вот еще интересные пузатики. Голуби меня особо впечатлили. Такие гордые красавцы. Очень необычные. А еще есть вот такие в сапожках и с хохолками, но хвост уже обычной формы. Расцветка потрясающая, необычная. Ну а здесь попугающий рай. Крикливые, всевозможного окраса и возраста. Кто знает, что это за птички?
Размер у них меньше, чем у попугайчиков. И вот это интересное. Муж говорит, что, возможно, это канарейки, но мы же привыкли к желтым канарейкам. А тут прям оранжевые беленькие. Ну, какие-то, я бы назвала, розовые фламинго это. В общем, я придумала новый вид попугайчиков. И опять кролики. Вот это хочу. Не толкай. А этому дружочку так охота домой. Так охота вырваться из этого. Какой необычный окрас. Какой мраморный песик. Ты тоже красавчик, что? Тоже красавчик. Какие ласковые все. Кудилёчки. Кокеры? Еще играют. Ну ты-то звезду. Ну все, ты-то тот самый главный. А вот сидят само спокойствие. Нашкодились уже, наверное. Не знаю, как пуделя, не пуделя. Взрослый что-то. Какие меховые плюшки, игрушки. По всей видимости, местный босс, не меньше. Что, тебе не нравится, что тебя прицепили? Ну что поделать, не нравится. Да, ты хочешь тепла и ласки? Верю, дружок. Ну, не могу тебя забрать. Ага. Ты лоскучий какой. Вот, еще какие песики. Похожи на тоечек. Ну, не знаю, братцы. Сомневаюсь я в вашем названии. Ну и вот, уже большенькие хомяки, ой, с закрытыми глазами, да жуют. Но там нету ничего. Обычненькие, рыженькие. Вон какие веселые полосатики. У улитки усы небывалой красоты и длины.